Яночка, ну, наверное, не совсем тот результат, да, сегодня получился, какой ты ожидала, что не получилось, скажи, пожалуйста. Все не получилось, честно скажу так. Выходила уже первый бой, было очень тяжело фитовать с японкой, которую я видела вообще первый раз, я даже не знаю, наверное, первый раз выехала на соревнования. Очень тяжело, я получала все, что... Я получала просто, ну, я не знаю, это вот реально был не мой день. Я не могла нести то, что хотела. Я не могла подобрать мне свою нужную дистанцию. Противник мог меня спокойно разыграть, обмануть. Я на все покупалась, я все делала то, что хотел от меня противник. Не было, не знаю, еще первый круг выходил за 32, бой был очень тяжелый, еле вытащила на классе то, что просто потому, что умела делать больше приемов. Как бы собралась, вытащила бой, выиграла. Но когда выходила, ну, и уже тогда понимала, что бой за 16 будет очень для меня тяжелым, придется потрудиться. И когда вышла за ход 16 и начала получать, поняла, что я пробовала все. Мне поворачивала тренер, она говорит, а теперь сделай так. Я пыталась, и что бы я только ни делала, все получала. То есть это вот на самом деле просто, я не знаю, может, звезды там не так сложились. Я не знаю, сегодня, ну, как бы... Была нет, честно, я не чувствовала ничего. Mm-hmm. Вчера еще на тренировке брала урок, уже делали там атаки, не было скорости, такой, как обычно выдаю на тренировке. Поняла, что надо будет потрудиться, надо будет, и как-то идти. Удалось. Скажи, пожалуйста, ну, есть же еще командное соревнование, да, то есть надо будет сейчас все это преодолевать, вот что планируешь делать? Ну, во-первых, сейчас пойду разомну Виолетку, параллельно пофехтую, завтра пофехтую. Не знаю, буду фехтовать ли третий день, надо набирать форму, значит, надо набирать бои. Будем стараться, буду фехтовать. Спасибо тебе большое.